Паш, что нам делать? Не знаю, я лучше останусь тут. Я тоже посижу, блин. Давай расскажем друг другу анекдот как. Давай. Колобок повесился, блин. Нормально. О, смотри, лис подъехал. А еще три я стреляю? Давай, раз, два, три. А? Раз, два, три. Я лечу, ребята, я лечу. Там Джесси и машина. Лолипоп, лолипоп, лоли-лали, лолипоп. Да, ой. Нормально. Это я вот там. Меня просто обычные гражданские сбивают. Мне тут пишут, это запретная зона, уходите. Да ладно, блин. Сейчас тебе подсказывают, что она уже давно так... О, нифига, смотри, как ее помяло. Щей! Ты там еще живой, блин, был. Офигеть, вот это самая прочная машина. Вау! Фига, пожарка улетела. Вот это она далеко. Она на вызов улетела. Давай, пинай. Оооо, это было жестко, я это видел. Меня просто убило. Бали! Так, надо пробку устроить, давай пробку устроим. Чисто, тачки чисто валяются пол. Везде вообще. Господи, она такая живучая, ты посмотри, сколько раз ты ее уже пнул, проживая. Она, у меня уже колеса... Лол, посмотрите, как тачку помяла, первый раз такое вижу, у меня колеса в одну сторону все, а кузов просто как будто я не знаю. Так, а ты где? Так, это мотоцикл. Ау, черт, меня убили. Ё-моё. Капец это, конечно, вообще, вот можно вечно на это смотреть. Это точно. Сколько машин можно пнуть, да? Вообще, я тут пытаюсь пробку устроить. Скорая. Истинный спартанец. Куда она улетела? Я ее даже не заметил, куда она делась. This is Sparta! Блин, вмяли. Давай, серьезно? Пни. Военные козлы, а подсосники просто. Да блин. Не хватит. Не, мне больше прикалывает меня смотреть. Меня убивает почему-то. Воу! Бум! У меня награды мясник. Кто-то взорвалось. Не кто-то, а что-то кого-то взорвал. Чёрт! Воу-воу-воу-воу, я нашел! Лёва! Давай! Я успею! Так, сажусь. Дайте. Ай, блин, да сколько можно? Слезь с меня, гражданский, на меня гражданский. Что вы там нашли? Машинка хорошая. Минутель! Путал мадрель! Дайте сюда, сейчас все Лёва сядет, вас запущу. Да, давай. Так, все. На, вперед! Бич! Так. Немного не так, как планировалось. Еще давай, Лёва. Да. Ой, так. Ой, они толкаются, они там толкаются. Капец, за тебя так матросит. А, она тут местная, да. Я даже дверь не успел. А, там. Ааа, сейчас пойдет нас! Я от первого лица смотрю на этот дверь. Ты знаешь, нас так смяло, мне кажется, что ты меня приобнял или тебе страшно. Вот эти фургоны лучше летают. Так. Вау! О, фрукты! О, здравствуйте! Апельсинчик хочешь купить? Прикинь, сидит такой. Вот. Ой, нет, не толкай еще. Не свежий арбуз я продал. Ты смотри, он сломал. Лёва, ты смотри, он сломал киоск. Такой он интерактивный. Ё-моё, я тут еще одна машина такая же. Динамичный. Встречу закату. Эй, выкуси, она у меня увозит. Помогите, спасибо. Лёва села его увезет. Так забагалось забавно. Ты куда улетел? Я тебя даже не заметил. А вон ты. Смотри, вот тут вот небольшой трамплин от него. Я ее в полете выкину. Если Джесси бьет по чинам. А, давай. Вот здесь вот так. И меня в бочину. Ай, полетели. Вон пни еще лиса. Вот тут вот трамплинчик хороший такой. И смотри, выпрыгивай шоу. Да, немножко. Не получается выпрыгивать. Йо, вот это вы там прыгаете. Вообще классно. А, причем еще машина на ходу. Да, поехали. Надо от первого лица так покувыркаться. Оу, щит. Надо, знаешь, найти типа... Воу! Это было неплохо. Я в дерево врезался.
Так, ну где-то, конечно, там трамплинчик, подожди. Вот в этом месте. Найди трамплин, Варпач. Окей. А, вот. Бьёшь бочком, главное. Подожди, Джесси, подожди. А? Нет! Такой. Так. Дерево. Почти. Давай еще раз. Не, давай, она не... Не выходи, не выходи. Она загорелась. Да ладно, я со стороны посмотрю. Со стороны тоже забавно. О, нифига ее согнула. Нифига ее. Ну-ка дай посмотреть, как она выглядит. Капец. Она как, знаешь, это когда занижают, колеса так делают. Йо! Сейчас чисто был этот... Я какой-то нигер. Мы его не видим, кстати, я его не вижу. Оу, нифига ты такой типа паркурист. Ой, ну что сорвалась. Ну блин, ну сколько можно по мне ездить, долбанный гражданский? Почему, когда мы в ней сидим, они так не летают? Да, кстати, вот. Обычно и главное с гражданским. А наверное, потому что, ну, вот так физика устроена, что машина, где сидит игрок, она гораздо тяжелее, и механика уже по-другому чувствует себя. Блин. Нормально, они так медленно по ней едут, прям как к ближайшему полицейскому. Центральную дверь находит. Меня давят. Тынь! Джесси, ударь по машине, сейчас я не знаю. Ты не очень. Лёва, залази, Лёва, залази сюда. Ой-ой-ой, сейчас, я... Не, подожди, стой, не бей. Погоди, не бей. Я вот сзади хочу залезть. О, хотя, ну-ка, давай, да. Быстрее, тебя убивают. Давай, бей. Воу! Просто из-под ног вышел. Блин, он чисто ушел в море такой. Закат. До свидания, до новых встреч. Увидимся в следующей серии. Ой! Я вернусь. Воу! Нифига гон. Ты еще падаешь каждый раз так? Ну. О, Фурион. Ты видел, как я подлетел? Подожди, стой, стой, Джесси, стой. Нет! Блин. Вот там это, слышишь, бензовоз едет, вон, смотри. Мяу! Джесси. Забил вас до смерти, один удар был всего. И то такой сомнительный, почетчен. Мне дали награду, рожденный для полета. Очень в тему. Где там машина? Он уже проехал. Бульк? Нифига тут орут, блин. Нифига. Такое чувство, как будто Джесси какой-то, знаете, этот эксперимент военных, вышедший из-под контроля, вышел с военной базы и вот. Халк ломать, Халк крушил. О, у меня какой-то гражданский. Ай-яй-яй, Варпач! Джесси ломать, Джесси крушить. Халк крушить! Мяу! Ой, Варпач, зря ты встал. До свидания! Пишите письма, блин. Странно, что она еще едет. У нее в полете это загорелось. Колесо. Машина горит, а я еду, смотри, Лёва. А я доезжу. Все горит вокруг меня. Тебе надо шашлыки, знаешь, такой... Стой на месте. Знаешь, такую палочку вытащил и такой этот... Да блин, ты убиваешь меня. Прямо от капота. Да блин! И рудит, и рулит. Господи, как... Ааа, больно! Да блин! Ноу! Я сгорел. Нам знаешь, что надо, Лёва? Я вижу тебя, я не могу встать. Ребята, нам нужна машина, короче. Слышите? Залезть надо в кузов и пускать Джесси её пнёт. Ооо, нас там разбомбит. Наверное. О, смотри, огонь в воздухе. Надо это сам. Кураму, кстати, нормально, она пережить должна вроде хорошо, и взлететь. Сейчас я попробую машину вызвать. Это далеко полетит, нет? О, давайте ментовку закинем. Давай. О, мой fucking god! С ноги! Почти. Полетели! Чё-то как-то туда. Нормально. Капец, машина. У машины уже приступы. Да блин. Ой, бензовоз, о, ребята. Там фура, это бензовоз. А нам стреляют. Опять. О, я бензовоз. Забрал бензовоз. Давай. Да блин. С антенным грузом вылетел. Смотри, там зеленая область появилась. У меня просто мент переезжает. Раз. Ой. Ой. Сейчас, кажется, жахнет.
Так, лучше-ка я залезу. Ой. Ай! Мы уже готовы, или нет? Ой. Сорян. Мне кажется, нас сейчас попу быстрее убьют. Не, один первый пошел. Но она недалеко полетела. Во-во-во-во, самое оно прям. Второй пошел. Воу! Жопу смяло, видел как? Вау. Господи, она такая это. Стой. Давай. Блин, тут дерево. Нас просто копы подстрелили. Машины летают. Вы слышали там звук? Нет. Слушайте, короче, я сейчас подъеду к вам. А, матма в этой... полиции? Короче, я лечу и такой звук. Знаешь, я заметил, что хороший способ взлететь, это когда Джесси бьет машину, ты нажимаешь угнать, то есть дверь начинает открываться, а ты еще не сидишь, машина высоко взлетает. Слушай, а если я сяду сюда? Сзади, кстати, он там садится. Ура. Блин. Да сядь ты вот сюда. Нет! Я этого не видел, к сожалению. Я сейчас иду и такой варпую, такой лёва перед мной падает, такой как мешок с говном, блин. Эта машина вообще неубиваемая. Вау! Я придумал. Чё? Летит и там... И улетел, и звук такой отдаляющий. Сейчас мы, короче, сделаем эффектный полет. Подожди, Лёва, такой, не угоняй. Не угнал! Джесси, защим ты меня. Я хотел эффект. О, варпач вообще офигенно встал. Нет, она тяжелая. Радуги. Разрешите один билет до Москвы. Стой. Ой-ой-ой-ой! Твоя машина, Лиз! Это было близко. Такси такой, такси, знаешь. Стой, подожди. Дайте им билетик на Игромир, пожалуйста, да? Да. О, давай, да, и сейчас, короче, типа, улечу такой. Вау, во! Короче, знаешь, куда надо пинать? В это, в бок машины. В угол машины, точнее. Так, все, поехали. Ты видишь, как она вообще выглядит? Просто игра и гармонь любимая. Где вы? Давай, ну давай сейчас на трамплин. Так. На-на-на-на. А, ну вот камень нас подкинет нормально. Так. Я, что для липучка делает? А вот. Аллах Акбар! Красиво. Поехали, полицейский. Это знаешь, как эта ракета с несколькими танками старт. Да-да-да. Так, да, тут. А как вам эта машина? Ну-ка, а в нее сесть можно, интересно? Блин! По мне стреляют, блин! Паскуда, тварь! Бросай булку! Ой, нифига, там что-то полетело. Так. Вау, вот теперь липучка оторвалась, ты прикинь. Фига. Она спала. Попы, идите срать! Блин, меня что-то тоже запустил немножко. Я говорю, ты в бок машины попробуй. Сейчас я их уберу, сейчас. Убери их, пожалуйста, спасибо. Просто зачистил. Так, давай. Опа, полет. 5 минут полет нормальный. Помет. Помет. Фига. Куда поехал меня? Копы уезжают от него, он за ними бежит, короче. На той же самой скорости, блин, жидкий сплав, знаешь? Давайте сменим локацию. Немножко давай. В области летим. Надо от копов оторваться. Только! Давайте все в одну машину. Пошлите ко мне в машину сядем. Вот в эту, вот. Варпач в ней. Уйдите от полиции. Симону нужно это транспортное средство. Класс. Офигеть. Но. Так и от звезд просто. Давайте спини машину, а? А ты почини машину. А он не может, по-моему, там тренер еще. Не могу. О, ребят, давайте военную сядем. Ну давай. Кокин сок, как сок. Здравствуйте, все законно. Все куплено, все куплено.
Все проплачено, все законно. Распишитесь, пожалуйста, тут. Распишитесь, распишитесь. Подъехал Фак. Да ё-моё. Давай, Джесси, okay. Запускай, ты что там делаешь? А он там за ФКшек. Вау. Прикинь, я упал с машины, он такой на меня пальцем тынкнул и сказал «эссл». Такой стоит с канистрой. Обработали парня просто. Чё ты... Типа... АФКшишь, да? Бедный. Просто замесили. Он бессмертный монолог. Вау. По нему ещё машина проехала. Да, это глист. Это глист, блин. Стри просто... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Чё, газов? Это газы. Газовую камеру тут переносную, блин, устроили. Вы приговорены к смертной казни за АФКшение в газовой камере, блин. Ой, за мной едут, за мной едут, за мной едут. Она как в клипе каком-то. Да-да-да, Леди Гага какая-то. Да. И смотри, добавляем эффект. О, умер, прикинь. О. Я думал, не умирает. Ну, от взрывов, видать, умирает. Вау. О, ну вот, да выёживался. Так. Лёва, лови ракету. Нет. Не, просто ой, лови. Я упал. О, я вижу. Ой, я просто успел открыть, прикинь. Да я вижу тебя, ты вот рядом со мной. Ой, лом. Так, давай, где там твоя ракета? Не, ну я думал, ты наверху там поймаешь, рядом. А? Ну ладно. Здесь лови ракету. Нет, 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 нет. Только она далеко. Знаешь, как круто, когда в тебя летит ракета, а ты ее перепрыгиваешь. Давай попробуем. Ну-ка. Это надо на мосту, наверное. Вон туда, наверх вставай, вон туда. А, вон, на макушку встану. Да-да-да, вставай. Стреляй, знаешь, так чисто в меня, а я попробую от нее увернуться. Блин, тут такая позиция идеальная. Я вот попробую тебе... бейсбола, а, вот, посмотри, подожди, видишь, где я? Вижу. Вот сейчас сюда стреляй, и когда я скажу, я буду с разбегу. Так. Если бы Джесси сейчас вернулся. Да. Раз. Отсюда можно было бы в бейсбол сыграть. Сейчас, подожди, так. На счет три я стреляю? Давай. Раз, два, три. Нифига. Классно, да? Да. Это было прикольно. Давай еще раз. Давай. Я это даже засниму. Давай. Так. Так. Готов, да? Да. Так, раз, два, три. Прям под ногами у тебя. Да. А прикинь, попадешь. А прикинь, попадешь. Выстрели чуть выше. Давай. Так. Раз. Так. Подожди, стой. Ага, ага. Так. Давай. Раз, два, три. Ой! Ай, лол. Такой лол вообще. Фига, у меня персонаж под музыку сидит в машине, башкой качает так. Ау! С Новым годом. Подождите секунду. Погоди, я хочу, чтобы Джесси мной в бейсбол сыграл, на мост закинул. Ну, мы же на мост тебя закинул прям. Да-да-да, у меня тут позиция такая. Короче, ко мне просто по рейсе пришли неожиданно. А. Блин, я почти попал. Стукни-ка меня! Ах! Ну не камильфо. Попал. А я еще так высунулся. А я думал, не попаду. Ой, мне когда-то вниз качать. Надо было прыгнуть еще. Не газуй, не газуй. Да я не газовал. Блин, я что-то так улетел. Так, погодь, давай. Пиу! Машина легкая. Она дальше вниз улетел. Ой! Давайте, кто последний, то дурак. Во, слушай, тут как раз самое оно вообще. Последний тот дурак, блин. Блин, я хотел прицепить, вот. Дурачок какой-то, блин. Все, пусть висит. Ты глянь, как там тушка вывалилась просто. Здрасте. Че вам надо? Здрасте, Крабс. Тут коп приехали. Так, давай пробку устрою. Так, вот. Да, отлично, отлично, да, хорошо. Вот я его держу. Я его держу! Блин, о, давай на медлабораторию залазим. Стоп, не бей ее. Зараза! А где она? Жесть, когда пуля тебя сбивает, это... Это незабываемое чувство. Вообще опасно. Блин, меня убили. Эй, в смысле меня пристрелили? Какого? Тебя коп ударил. С
взял, ударил меня. Мудак! Просто. Там надо с этой, с черной фуры прыгаешь в него прям. А, она пока там еще. О, все, уже. Все, пока. Да. Он взлетел. О, лол, все. Вернулся обратно. What the? Что это было? Ты это видел? Да. Он взлетел, потом. Смотри, тот чувак вниз побежал. Блин, тут гражданочка, гражданочка, держитесь, я вас не спасу. Ой-ой-ой-ой! Капец, что происходит? Ребята, я падаю! Че вы тут сверху натворили, а? Вообще, давай расчищай уже, блин, тут. Да не, сейчас будет там интересное кино. Воу! Варпач. Нормально. Фура летит. Это, пошли со мной. Бум-бим! Бабадум! Ой, мама упал. Ой. Я видел обезьяну там. Я видел. Там жесть какая-то происходит, мне кажется. А зачем она здесь? Не знаю. Аус, блин! Вау! Вау, лучше я назад. Мне кажется, он хочет с нами поговорить. Жесть. Мама! Я так лучше посижу. Я тоже тут так посижу. Давай, Джесси, это дело как раз для тебя. А там крики такие. Это транзакция в работе, а окей, денежку дали. Ударил по человеку. Жесть. Блин, слушай, Варпач, что нам делать? Не знаю, я лучше останусь тут. Я тоже посижу, блин. Давай расскажем друг другу анекдот как. Давай. Колобок повесился, блин. Нормально. О, смотри, вниз подъехал. Тоже смешно, да. На уровне анекдота. Ой-о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 й-
будь ты проклят! Ой, ё-моё, хотел по нему ударить. Вот, стой, да я залезу вот. Чёрт, нет, не залезу, всё, проехали. Я вылез. Это точно. Ой, Гарсоныч? Гарыч это меня. Я ж тебе говорю, тут Гарыч и Женя. Да уж. Наберите. Это они что знать хотят. Надо в общую конфу надо. Просто смотришь, так там Джесси и машина. Лолипоп, 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 лолипоп. Надо пострелять в машину в полет. Это, знаешь, это приключение по адскому мосту, где происходит всякая жопа, блин! Ай, блин! Какого? Давай, давай. Йо! Ну чё, здорово. Здорово. Видишь, какой мы тут адовый капец вообще? Я вижу, вижу. Давай трактор, Джесси, трактор. Давай, чтоб трактор упал. А, ты сам упал. Ой, блин! Даже удержаться не могу. Ой, кто там? Ты же. Ай, я сдох! Хорошо, я попал. Вообще-то это я с ноги ударил. Не рассказывай, я ракету туда пустил. Не рассказывай, это я с ноги ударил. Нифига, машина, 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 машина. Короче, сейчас надо это, чтобы ты к Джесси подбежал. Зачем? А он тебе покажет кое-что. Да он уже видел. Думаешь? Да, я его уже бил. Он уже и Гарыч убился. Оу. Это все 4. Что вы вообще делаете, я не пойму? А 4, да? Да, это 4.